Всем привет. Мы на Кубе, это Вородеро. И мы сейчас покажем наш отельчик. Правда, это скорее отелище, потому что огромная территория. Очень много всего интересного в нем есть. Вот. Ну и идем смотрим, что здесь прикольного есть. На входе встречают колоритные ребята в кубинских костюмах. Ну и проходя чуть-чуть, это 20, мы попадаем в основной холл. Заведение здесь лучше всего работает Wi-Fi. И, грубо говоря, вот здесь вот слева у нас ресепшн, а справа у нас бар. Бар круглосуточный, работает 24 часа. Здесь все любят собраться посидеть. Сейчас время ужина, и вот один из вариантов, где можно покушать. Мы заходим сюда. Hola. Hola. Вот попадаем в ресторан, и здесь огромное количество еды. Очень много, очень вкусно. Мясо, куча сортов, морепродукты. Я сейчас бегло покажу. Что подготовить, какие-то блюда можно попросить, что-то сделать. Еды очень-очень много. Сегодня у нас ужин в другом ресторане, поэтому мы увидим еще кухню второго ресторана. Ну и тут на входе здесь тоже очень симпатичные и красивые. Далее мы идем по территории. Здесь периодически курсируют автобусики, маршрутки. Вот, ну и можно пешком, конечно, прогуляться. 10-15 минут. Бассейн, то есть здесь огромное количество занятий. Куча анимации, куча-куча всего интересного. То есть вечернее шоу, дискотека, все это есть. Рестораны а-ля-карт. Вот мы сейчас как раз в один из них направляемся. Мы сейчас идем на пляж. Сейчас утро, 7 утра. Так что пока не работают еще бары, кроме одного центрального на входе возле ресепшена. Вот, ну сейчас посмотрим, как все выглядит на пляже. Такая дорожка.
Привет, котик. Кис-кис. Бедненький. Тебя никто не кормит. Это бар прежний. Ну, сейчас в 7 утра он, конечно, не работает. Ну, а так можно какие-то напитки брать, все тут есть. Morning. Ну вот и наш пляж. Hola. Hola. ¿Cómo está? Mandaron para el 6. Сейчас не видно всей красоты моря. Мне лучше днем видеть. Можете просто поверить на слово, что очень красиво. Вот такой вот рассвет на Кубе. Идем к нашему номеру. Убираются каждый день, в принципе, это здорово. Так. И тоже мини-бар пополняю тоже каждый день. Оп. Сразу тут попадаем в туалет, ванна, душ. Вот. Здесь вешалки, какие-то дополнительные спальные принадлежности, сейф, здесь на кровати, здесь мини-бар, небольшой телевизор, ну и балкончик.